Паводок не отступает. Конечно, конечно, страшно. Уже не спишь, все наш. В каких районах наиболее тревожная ситуация? Постоял, оплатил. 25 рублей в час – это много для них. За парковку у мэрии Тюмени теперь берут деньги. Стало ли меньше автомобилей? Ни погода, ни помеха. Есть такая поговорка: «Май холодный, год хлеборобный». Тюменский район начал посадку овощей. Путеводная звезда. Какая это махина, и наши девчонки из Тюмени пробились туда. Две тюменские медсестры удостоены высокого профессионального звания. Об этом и не только сегодня в 18.00 на канале «Тюменское время» и в 19.30 на РЕН-ТВ.